гэтыя кветкі ад кабінета міністраў Рэспублікі Беларусь юным талентам. Вам слово, Ивета Николаевна. Дорогие друзья, я чрезвычайно взволнована. Какой светлый и радостный день у нашей Республики Беларусь, когда есть такие таланты, когда есть такие педагоги. И вы все, это ваши сыны и дочери, какое это счастье! Мне сегодня преподнесли цветы. Спасибо, Владимир Петрович. Я думаю, что вы на меня не рассердитесь. Я, что эти цветы всем вам, дорогие мои друзья, педагоги, те, кто служит этому великому делу, талантам юным и молодым, вам, всем родителям, от чистого сердца, от русской души и с большой любовью. А сейчас давайте мы не будем отходить от нашего ритуала и назовем тех, кому присвоена стипендия международной благотворительной программы «Новые имена». И выдадим сразу им эту стипендию. Она невелика, но ведь разве в этом дело? Это единоразовая стипендия, которую мы привезли, она в рублях, 300 тысяч рублей. Мы сейчас назовем этих стипендиатов и тем, выдадим, продлим стипендии и то же самое, эту же сумму, те, которые уже получают не первый год. Разрешите, я этот ритуал все-таки проведу. Продление стипендии Самсонову Микаэлу. Шибаева Анна. Леончик Михаил. Я счастлива, что я знакома с таким юным виртуозом и уже большим высоким профессионалом. Хорошо. Рокач Максим. А сейчас стипендии, которые Паначевский Андрей. Наверное, тоже не дождался. Нетерпеливый ему. Бельтюкова Дарья. И я хочу сказать, что вот так вот спонтанно сегодня мы увидели, вот Владимир Павлович такой преподнес нам подарок. Вот этих, в виде двух этих мальчишек. Это Владимир Павлович, спасибо большое. Вы вчера мне говорили, что будет сюрприз. Ну уж такого сюрприза я даже и не ожидала. Спасибо. С Владимиром Павловичем меня связывает большая творческая дружба на протяжении уже более 5 лет, когда начиналась наша программа, и его ученики были первыми стипендиатами программы «Новые имена». Смотрите, растут
генерация наша подрастает, и все время новые и новые таланты. И эти мальчики сегодня я возьму на себя право сделать и объявить вас стипендиатами программы «Новые имена». Но вручение стипендии и ваш денежный, первый, может быть, такой стипендиальный взнос или фонд, это будет в Москве. Я приглашаю вас в Москву.